Ну что ж, давайте, давайте, где враги? Выходите. Ого, смотрите. Ни хрена себе, это что это такое? Всем привет, ребят, с вами Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Paint the Town Red. Мы сейчас будем играть опять в соло режим на картах, которые сделали нам обычные люди. И первая карта у нас называется Castle Storm. То есть мы будем захватывать крепость, и вот, ребят, таком-то, с которым мы начинаем, тут у нас есть пару копьев, да, и пару мечей. Давайте возьмем меч, и вот наши первые враги. Я вижу тут по центру чувак такой, самый главный стоит. Давайте-ка я в него прям вот так, оп. Чё? Почему она сквозь него пролетела? Окей, ладно, давайте еще один меч возьмем. Все-таки у нас их еще был пару штучек. Ну что ж, давай. Я тебя первым убью, чувак. Тебя вторым, тебя третьим. И я хочу вот тебя вот здоровяка напоследок оставить. Хотя, блин, я по тебе попал один разок. Ну что ж, давай, чувак. А, все, он с двух ударов, ребят, убился. Это на самом-то деле очень просто. Так, ну ладно, я хочу, ребят, вернуться и взять вот эти копья. Отлично. Все, если что, я могу хотя бы возвращаться за оружием и как-то более легче будет пройти вот этот уровень. Тут еще у нас тоже оружие есть. В принципе, замечательно. Ну что ж, чуваки, тут вас уже побольше. Давайте-ка я вас тут разнесу всех. Минус. Ух ты, ё-моё, прям сзади ко мне подошел. Нельзя так, нельзя так. Смотрите-ка, у нас есть топорик. Давайте я топором тебя буду рубить. И вас двоих вы вообще просто без оружия. Тебя сейчас добью. А тебя тоже надо добить. Отлично. Этих мы, ребяток, добили. Я думаю, надо сменить оружие, потому что это уже истратилось. И нам надо прям в эту крепость, что ли, заходить, да? Возьму, ребят, меч. И давайте в путь. Ну что ж, давайте, давайте. Где враги? Выходите. Ого, смотрите. Ни хрена себе, это что это такое? Смотрите, какой голый здоровяк. Чё он делал? А еще один. Чё они делали вдвоем? Почему они голые? Что они реально там делали? Окей, ладно. Давайте рубить вот это мясо. Так, отлично. Вообще, на самом деле, очень много народу, и по мне уже один раз попали, и я потерял очень много хп. Давайте я возьму вот этот меч. Все, отлично, подобрал. Он здоров такой. Так, давайте. Минус, минус. Сразу же двух здоровяков, ребят, сразу же зафигачил, и это неплохо, очень неплохо. Тебя с ноги. И где еще оружие? Где еще оружие? Так, вот, нет. Я хочу катану взять. Вот, все, отлично. Руку оторвал, тебе по голове, тебя просто сейчас убью. Так, ты голый, ты вообще голый, что ты тут делаешь, чувак? Как тебе не стыдно? Минус и последний, да, как я понимаю? А, нет, еще один, все-таки я тебя не убил. Фига себе, ты неубиваемый, чувак, окей. Эту мы катану, в принципе, почти что используем. Может, еще что-нибудь есть такое годненькое? Так, 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 годное, есть что-нибудь годное? А, вот, смотрите, огромная какая. Давайте ей воспользуемся, хотя она точно такая же, катана вроде бы. Смотрите, тут у нас самурайчик сидит, да, типа мини-босса. Давайте, начнем с ним расправляться. Так, давайте я ему буду рубить чисто по туловищу, чтобы у него вообще прям все ребра были видны, все внутренние органы, хотя он без органов вроде бы, у него просто тупо ребра, скелет. Так, ну давай, чувак, ты уже должен умереть, смотрите, у него просто уже пол тела нету, просто ни желудка, ни сердца, ничего, он до сих пор живой. Как это так вообще понимать? Давайте я сейчас сбегу за той катаной, которая тут валялась, которую я поменял, собственно говоря. Где ты, где ты, где ты? Вот. Давай, все. Давай, чувак, иди сюда. А, она сразу же сломалась, окей. Давайте я тогда возьму вот эту штучку, копье. И. Давай, чувак, ты уже должен сдохнуть. Все, отлично. И в тебя еще так хоп закину. У нас есть катаны. Отлично. Давайте попробуем ею пройти дальше. Следующие дверьки какие-то. Ого, нифига себе тут, ребят, что творится. Смотрите, сколько войск. И тут в конце такой пират стоит. Ну, давайте сейчас я его тогда первым убью. Раз он прям так напротив меня стоит. Давай. На, чувак, я тебя должен убить. Все, убил. Минус главного пирата. И смотрите, ребят, у нас такая огромная толпа. Я думаю, может быть, воспользоваться этим берсеком, потому что, в принципе, он у нас доступен. Но я сначала хочу, ребят, потратить вот этот меч. Ух ты, ё-моё, ребят, вы меня окружаете. Не надо, не надо. Так, минус. И тебя. Да что ж такое-то? Вот с толпой, ребят, когда на тебя такое огромное количество человек идет, это, на самом-то деле, ребят, тяжеловато. Так, играть. Все, отлично, давайте использовать берсек. Ну, давайте, чуваки, по одному. Ты первый, ты второй, чувак. И тебе тоже люлей дам. Так, где еще, вот ты. Надо максимальное количество чуваков зафигачить, максимальное. То есть, тебя сейчас я отфигачу. Тебе дам люлей. Тихо, чувак, не бей меня, не бей мечом-то. Так, 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 и на тебя. Эх, не успел, не успел, ребят. Надо подобрать какое-нибудь оружие и давайте фигачить копьем всех. Ты сразу сейчас убьешь, потому что ты без руки. Эх, ладно, ладно. Не хватает оружия. Где, 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 где? Ну, поднимайся, ё-моё. Все, отлично, саблю. Ну, сейчас, ребят, хотя бы поменьше на меня игроков агрится, потому что не такая огромная толпа на меня бежит. Они сейчас сгруппировались и между друг другом, ребят, сражаются. Ну, чё ж, чувак, давай, иди сюда, иди сюда. Так, ух, по башке дал. И добил. Отлично. Еще на меня тут двое. Негр, ты что, охренел, что ли? Добил еще одного.
Где оружие? Где оружие? Копье, копье. Вот, еще одно нашел. Тебе по морде. И тебе, тебя надо добить, ты уже помню. Я в тебя не один раз тыкал ножом. Так, окей. Меч прям стоял такой. На! Отлично, ребят, 9 игроков уже осталось. Это неплохо. Так, тебе, чувак, зафигачу. 7 игроков. 6, 5, надеюсь. Да, все. О, давайте вот эту катану возьмем, она более прикольненькая. Она, в принципе, почти что с первого раза рубит, если в голову стараться прям по центру ударить. Так, тебя. И последний, ребят, чувак, и у него вообще лица нету. Он просто тупо с черепом бегает, короче, один череп видно. Так, ну давайте его сейчас, я вот так хочу прям. На! Отлично, это было красиво, это было красиво. Ну, мы пошли вот этот уровень, и за сколько мы прошли? За 5 минут 11 секунд. Отлично, приступаем, ребят, к следующему уровню. И следующий уровень, ребят, называется Escape the Romans. Это, типа, мы в какой-то тюрьме, как я понимаю. Тут у нас чуваки, надзорщики смотрят за мной. И я, смотрите, ребят, что обнаружил. Тут какой-то завал, да, типа, можно его все-таки расфигачить. И давайте попробовать его ногой как-то развалить. Вот, да, все, он развалится. И нашего чувака тут фигачат. Заключенного тоже. Вон над ним. Я вижу, смайлик просвечивается. Я должен его спасти. Так, и где? Чем мне бить-то? Неужели ногой? Ну ладно, давайте попробуем вот так сделать. И нож, нож. Так, тихо, чувак. Осторожно, ё-моё. И давайте вот этого добьем. И у нас чувак, в принципе, живой. Давайте я его буду защищать. И нам надо как-то выбежать из этой тюрьмы. Освободиться, можно сказать. Так, смотрите, тут у нас типа кухня. Тут такие чуваки сидят. Ну давайте. Давайте по одному. Посмотрим, какие вы у нас отважные. Ага, они на моего идут. Они что, офигели? Они моему чуваку голову отфигачили. Как так? А почему над ним смайлик до сих пор показывается? Типа он еще живой. Нет, только нет. Ребят, смотрите, все, моего нету. Я остался один. Ладно, я смогу. За тебя, чувак, я буду пытаться выйти отсюда. Всех за тебя перебью. Ого, он еще не умер. Офигеть, смотрите, смотрите, сколько их тут. За того парня, который погиб в бою. На, прям в голову с первого раза, отлично. Где оружие, где оружие? Вот, копье, копье. Отлично, на, тебе. Вот сразу же сколько чуваков повалилось. Отлично, топор, топор, топор. Пока что, ребят, меня даже ни одного раза не успели ударить. И это хорошо. У меня больше жизнек есть и как-то больше шансов на то, что я пройду этот уровень. Ну, а так его пройду, но с первого раза хотя бы. Так, ага, 9 игроков уже осталось. 8. Где вы? Давайте. 7, 6. Берсек уже готов, может быть, берсеком воспользоваться. Хотя, не, ребят, буду, наверное, лупашить их всех обычным мечом. Так, тебя 5, 4. Ага, еще двое у вас. 3, 2, ага, где-то еще двое, ребята, остались. А где, интересно? Ребята, вы где? Алло, может быть... Вот, да, смотрите, тут у нас чувак какой-то сидит. Чувак, а ты... Смотрите, а он, кажется, нейтральный. Он никого не трогает, но мне кажется, его надо убить. Потому что два чувака осталось. Так что, извини, чувак. Ага, ты даже не с первого раза убиваешься. Фига себе, может, ты типа мини-боссик? Так, это вообще похоже на какого-то грека, что ли? Будто это бог, что ли, Зевс или еще кто-то. Ну, давайте, я уже должен с ним кончить. Давай, на. У тебя уже лица нету, чувак, ты до сих пор пытаешься меня убить. Ты не понимаешь, что я тебя все равно убью, чувак. Все, отлично. И у нас остался последний, ребят, чувак, но где он, я не знаю, надо... А, ну вот, кажется, он тут. Фига себе, это здоровяк, смотрите, ребят. Фух, я думаю, надо с ним справляться берсеком. Давай, чувак, иди сюда. Черт, окей. Ладно, бывает, я не попал, и что такого? Так, ну где, топор? Сейчас, вторая попытка. Надеюсь, ты не свернешь никуда. Все, отлично, попал, и берсек. Берсек. Так, давай, замахивайся. Отлично. И сейчас-то я тебе по морде-то надаю твоей. Так, все, отлично, я его убил. И мы прошли этот уровень. Только осталось дождаться того, чтобы у меня берсек кончился. Ну, давай, берсек, скорее, кончайся. Все, отлично, ребят. Берсек у нас кончился. И мы, наконец-таки, прошли этот уровень. Мы прошли его, ребят, за 2:46. И приступаем, ребят, к следующему, последнему уровню. Итак, ребят, это последний уровень, называется Spartan Hall. Получается, то есть дырка вот эта, где чувака скинули спартанцы. И нам надо как-то предотвратить это, потому что вот опять у меня вот есть мои вот эти добрые чуваки. И я только что взял и скинул свое оружие. What the fuck? Давайте попробуем тогда вот так сделать, поднять оружие и начать месиво. Только сейчас... Ого, сразу сколько на меня, ребят, народу идет. Я думаю, занять вот эту позицию, она самая такая чистенькая и меньше народу тут. Так, ну давайте, бегите меня. Фига себе, вот плохо то, что, ребят, мало места, и меня могут в любой момент зафигачить тут просто толпой. Так, ну давайте тебя тут, пока ты никого не бьешь. Так, мы теряем людей. Так, на. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Осторожно, осторожно. Так, чувак, хорош меня бить. Все, отлично, шоквей, рейди. Давайте шоквей используем, я думаю...
Хотя, в принципе, он не помог. А может и помог. Ладно, где оружие, где оружие? 9 игроков, ребята, осталось. 9 игроков, и все они, мне кажется, сосредоточены тут. Все, всех моих перебили. Вы что, чуваки, офигели? Я остался один. Может, хотя ладно, сейчас я буду просто тупо фигачить, ребят. Фигачить за своих, за то, что вы мое войско все разбили. Так, надеюсь, один свалится из них. Ладно, не свалился. А, свалился. Так, 4, 3, 2. А, вот, и последний чувак, ребята, остался тут. Я, знаете, что хочу с ним сделать? Я хочу его просто тупо столкнуть туда. Да, все. Итак, ребят, мы прошли этот уровень. И за сколько мы его прошли? За минуту 28. В принципе, такой коротенький уровень, но достаточно интересный. Ну, а с вами был, ребята, Илюша. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забудьте, ребят, нажать на колокольчик. И всем пока.